Тоже, всем привет, с вами Велсон, и сегодня мы продолжаем играть скоростное выживание в Майнкрафте. Только сегодня наша серия будет основана состоять из того, что мы будем охотиться на эндерменов, а также нам нужно, несколько улучшить наш дом, а именно его защиту. Ладно, что же, и пожалуй, да, у нас походу уже начинается ночь, поэтому все, что мне нужно, точнее, все, что мне понадобится, это очень много стаков булыжника. И я сделаю что-то по типу стенки. И на нем расставлю факелы, чтобы ничего на этом не спанилось. Потому что у меня уже было так, что ниоткуда не возьмись. Появился, значит, крипер и взорвал мои грядки. Это было очень обидно. Это еще произошло, кстати, на одном из стримов. И да, я временно не буду стримить каждый день. Потому что, актив на стримах вообще, никакой. Знаете, то меня просили, то выживание сделать, то это сделать. Я... И то и все сделал, а в итоге ничего никому не нравится. Ну, я говорю именно про прохождение карт и про CSGO. Ладно, что же, надо много булыжника. Очень много. Так что даже этих 4 стаков будет очень мало. Я не знаю, что я буду делать с этими воротами. Вообще пофиг на них. Так, хорошо. Это вот сюда. Вот так вот будет проходить. Я сделаю внутреннюю дорожку, которая будет проходить по этому... по стенке из 2 блоков. Да, у меня получилось 2 блока, потому что мне случайно что-то показалось, словно там 3 блока, я переборщил. Ну ладно, бывает. Так, надо делать вот сюда. И я не знаю, что я буду делать, конечно же, с остатком, ну, что там у меня находится, на самой стенке. Там просто я делал башню, и там еще сажал деревья. Я не знаю, что я буду сделать со всем, что там находится. Может, как-то сделаю стенку и огражу ту часть дома. Я пока не знаю. Ну, впрочем, мы еще решим, по сути дела. Так, хорошо. Предстоит очень много строительства, поэтому, конечно же, будет перемотка. Так, ну, просто все, у меня закончился булыжник. Нам уже лезет какой-то крипер. Наверное, я не буду ограждать эту часть. Просто сделать проход на стенку невозможным. Ладно. Давайте оббежим и посмотрим, кто там вообще, скелеты одни, что ли. Ну ничего, их можно легко завалить с 2 выстрелов, но их там 3. Ну, блин, что-то промахнулся я по тому скелетику левому дважды. Дважды по нему промахнулся, еще и крипер там. О, стрелы закончились. Спасибо, скелет добрый, дал ты мне свои стрелы. Так, сколько у меня вообще их? 7? Так я ж стак крафтил. Лол, куда стак стрел делся? Нам бы сейчас найти эндерменчика. Их вообще что-то у меня в последнее время мало, я их не вижу. Блин, в этом лесу одни ведьмы. Да пошла ты в жопу, дура. Бесишь меня. Она постоянно меня убивает. Кидает один бутылек яда, и все. Можно текать домой, надеяться, что выжишь. Либо надо брать с собой этот... ведро молока. Оно же все бафы снимает. Все бафы, дебафы, яд, отравление, ночное зрение и так далее. То есть даже хороший эффект. О! Эндермен! Здрасте! Не, я в шоке. Он кулаком так больно бьется. Есть. Так, первый эндержемчуг. Шел отсюда. Так, я залез на гору. Только зачем я сюда залез? Объяснить этот факт действительно невозможно. А, обзорный пункт. Точно. Так мы сможем найти еще эндермена. Да ладно! Слушайте, я тут, короче, понял, что зачем мне вообще вот убивать животных и потом кидать их мясо в этот в печь. У меня же есть все-таки вот этот меч. Ну, заговор огня. Я могу попросту подпалить его, добить коровку там кого-то мечом на остроту 1. Да ладно. Ну, по крайней мере, с курицами это не пройдет, только по причине того, что они с одного удара меча заговор огня умирают. Так, мы и мясо добыли, и кожу добыли, и стрел добыли. Самого главного, жемчуга, мы добыли очень мало. Так, стрелы я заберу себе обратно, это вообще мусор. Ура! У нас уже скоро будет первый десяток наших... Вока Эндера, во. Так, ладно, перышко сложим сюда, порох мы сложим сюда. Это у меня мусорный пакет, ну, типа мусорного пакета. Я сюда скидываю все, что мне не нужно. И теперь нам нужно починить нашу броню, которую мы уже изрядно потрепали. Начнем со шлема, пожалуй. Сколько? Интересно, лучше новый скрафтить, честно. И зачаровать его. Так, хорошо, а насчет этого? 9 уровней, ясно. Ну, а ботинки сколько? Ну, это приемлемо. А, кстати, насчет моего нагрудника. Уровень 9. Ну, это понятно, он зачарованный.
Так, ну ладно, мы потом еще успеем добыть уровней, потому что, ну, их ночью очень легко добыть. Да ладно. Не, я понял, как я за ночь добывал, ну, когда играл еще на сердом, ну, 15 левелов. Это было просто космическая цифра. Ну, а потом, конечно же, ну, чем я любил заниматься. Всем привет, я чарую вещи, за столько-то, за столько-то. Иногда даже книжки свои делал, а потом их продавал. Это было выгодно. Но, знаете, вайп, как всегда, приходится на расцветание бизнеса. То есть уже через, я не знаю, дни 4 произошел вайп, я стал бомжом. Ну, и в следующий раз у меня не удалось так. Думаю, что у многих такое было. Слушайте, если кто занимался каким-то бизнесом, продажа, развод и так далее, то давайте вы напишите в комментариях, чем вы на серверах занимались. Так, слушайте, я не знаю, что мне теперь делать. Просто все, что я могу делать, это копать в шахте и убивать мобов. То есть, да, перед тем, как отправиться. Да, я вообще не знаю, что мне делать, кстати. То есть, я могу... Твою мать! Так вот откуда вы появляетесь. Блин, надо будет там ограждение построить. Да пошел ты нафиг! Офигели! А, кстати, я реально не знаю, что еще можно тут сделать. То есть, тупо добывать булыгу на стримах и добывать железо. То есть, пока что видео по выживанию все-таки не будет. Ну, раньше, когда я добуду булыги, мы будем обустраивать все это, все, что тут есть. Кстати, да, я думаю, потом еще дом еще немножко расширить. Ну, как немножко? Очень немножко. Чтобы можно было запилить еще один склад, и то есть я увеличу хату вот здесь, сделаю выпирающий этаж. Ну да ладно, а на этом я, пожалуй, закончу. Вы не забудьте поставить лайки, подписаться, потому что ждите стримов по выживанию. А что мне еще снимать, предложите в комментариях. То есть, чтобы я не думал 3-4 дня, что мне запилить. То есть, как вот этом вот случае, что несколько дней не было видео, просто потому что я не знал, что мне запилить. Ну ладно, что ж, вы-то не забудьте поставить лайки, подписаться. А с вами был Уэлсон, всем пока.